Матч приковал к себе внимание всей лигдедешной общественности. Игра таила в себе много интриг. Гаджибалаев против своих учеников. Брат против брата. Основа против молодежи. Чемпионы против лидеров. Махдиев против своей бывшей команды. Труд, как и более молодой коллектив, с первых минут ринулся в атаку. Самый верный момент имел Рамазанов, но его удар накрыл Исмаилов. Тем не менее, счет открыли более опытные журналисты. Гаджиев с левого фланга вырезал передачу на дальнюю штангу, а там ее замкнул Даштемиров. В середине второго тайма Труд был вознагражден за свои усилия. Рамазанов выиграл верхнюю подачу с правого фланга и сравнял счет в матче. На последней минуте оборона Труда забыла про Гаджибалаева, который остался один на один перед вратарем, но пробил прямо в руки голкиперу. Ничья не устроила обе команды, но все же для Труда это вполне приемлемый результат. А вот чемпионы отстают от первого места уже на 5 баллов. Впечатлениями о матче поделился защитник Труда Магомед Расул Махдиев. Грамотно сыграли, один момент прозевали, и все, больше момента у них не было. Ну и в конце один. Гаджибалаев обрадовал нас, не забил. Все, а так мы должны были забивать свои моменты, и все. Победа наша, 3 очка забирать надо было. Dream Team ни разу прежде не побеждал Ансалту в официальных матчах. Сегодня они как никогда прежде были близки к победе. Первый тайм получился богатым на голы. В довольно ровной игре более точными оказались призеры прошлого сезона. Сначала Хираев пяткой замкнул передачу Абдурахимова, а затем Сумаев, вывалившись один на один после выверенной передачи Хираева от центра поля, покатил мяч под голкипером. Между этими двумя мячами уместился автогол Магомеда Курбанова. Во втором тайме Ансалта сумела сравнять счет во второй раз. Но команда мечты была ближе к победе. Устроив штурм ворот соперника практически весь второй тайм, Ансалта оборонял свои ворота и сумела отстоять их неприкосновенность. Ничья сохранила Ансалте место в группе лидеров, а Dream Team, так же как их главные конкуренты по прошлому сезону, тяжело вкатывается в сезон. Комментариями поделился лидер Dream Team Магомед Гаджи Гасанов. Наверное, то, что мы планировали, то и не получилось. В принципе, все, времени все устраивает, реализация. Но мы работаем. Будем потихонечку. А этим не хотите? Игра оправдала возложенные на нее ожидания. Матч получился богатым на голы. Уже в дебюте встречи команды обменялись забитыми мячами. Ключевым отрезком встречи стала первая половина второго тайма. Дубль Исаева и очередной забитый гол Гусейнова довели счет до разгромного и оформили комфортный гандикап для партизана. Все мячи были забиты с пятачка, если использовать хоккейную формулировку. В оставшееся время центровой попытался сохранить лицо и перешел в контрнаступление. Это привело к нескольким опасным атакам, но гол пришелся со штрафного. Уже второй поражение на старте сезона отбрасывает Центарой далеко от лидеров. Партизан продолжает борьбу за верхние строчки в таблице. Мнением о матче поделился нападающий Партизана Ислам Исаев. Обычные впечатления. Обычные голы, как и всегда. Надеюсь, это не последние мои 2 гола. Будет еще и дальше, буду радовать дальше наших болельщиков. Тур выдался богатым на голы. В 8 матчах было забито 35 мячей. Первые победы одержали Порт-Петровский «Арсенал», продолжая лихорадить призеров прошлого сезона. Главным событием тура стало лидерство «Капитал Инвест». Это единственная команда, которая еще не потеряла очков. Стоит отметить плотность в таблице, а также неожиданное положение «Сириуса» и «Ливерпуля» в подвале. В споре бомбардиров появился лидер Мурат Гусейнов. Дубль позволил довести счет своих мячей до 6. В спину ему дышит Рустам Рамазанов с 5 забитыми мячами. От бомбардиров всего сезона перейдем к голеадорам этого тура. Мы отобрали для вас 3 лучших мяча турнира. Сильный и точный удар Джамала Ибрагимова практически с центральной линии стал редким приятным моментом для кизлюртовской команды. Второй – Курбан Магомедов, «Элит». Первый мяч в ворота КСДД был разыгран как по нотам. Обыгрыш в центре поля, стеночка, прорыв и подключение крайнего защитника Курбана Магомедова стали неразрешимой задачей для защиты.
Первый гол тура стал самым красивым. Марату Султану удался потрясающий по красоте удар в дальнюю девятку. Комментарии тут излишни. Нельзя было не отметить самый юный гол сезона. 17-летний нападающий Пендж Аба Исрапил Абдуллаев принес своей команде ничью ударом головой в стиле Ван Перси. Четвертый тур состоится 29 ноября. Стоит выделить матчи между «Партизаном» и «Капитал Инвест», а также встречу «Дрим Тим» и «Труда».